Всем привет, вы на канале Влог Дикаря, и сейчас я нахожусь на объекте. Это квартира-студия, 50, получается, 2 квадрата. Здесь вот такие вот панорамные окна. Что мы сегодня делаем? Мы делаем электрику черновую. Это новострой, 52 квадрата, стоимость квартиры 4 миллиона 200 тысяч. Это центр города, в провинции. Так, смотрите, что уже сделано. Стоит автомат. Поверху вот я сделал провод, поставил коробки распаечные. Так, сейчас вот здесь вот ставлю коробку по лазерному уровню. Делаю вот здесь вот, получается, стяжки, дырки. Товарищ у меня пошел за недостающими компонентами. Так, сейчас я вас сюда поставлю. Так. Нам нужна отвертка. Отвертка. И буду ставить коробку распаечную. Квартира, кстати, для студии достаточно большая. 52 квадрата. У некоторых трешки 52 квадрата. Я еще не проснулся, мне же еще эти нужны. Дюбеля. Дюбеля. Где этот молоточек? Специальный молоточек у окончика. Он с мягким шляпом. Далее, что я делаю? Далее, видите, у меня стоит лазер. Я по этому лазеру сейчас вот здесь буду вести. И потом, получается, на эту коробку, да? Здесь у нас будет кладовка. Здесь комната будет такая изолированная. Вот, здесь компьютерный, получается, стол. Здесь у нас вот отдельная ванная. Здесь отдельный туалет. Так, что я заметил? В квартире, во-первых, неправильно расположена дверь. Она открывается в ту сторону, а вот здесь вот уже следующая квартира. Так не должно быть, дверь должна открываться была туда, чтобы человек сразу выходил. То есть, если выходит тот человек и этот человек, они друг другу мешают, стыкуются. Вот эту ошибку я заметил. Вот, дверь должна открываться туда. Балкон тут панорамный, французский. Окно тоже панорамное, вот такой вот вид. Это у нас ЖК Токио, там у нас храм. Этаж невысокий, есть еще внизу, так сказать, паркинг. Тоже, наверное, миллиона полтора стоит. Дом такой интересный, элитный такой класс. Подъезды не как обычные, там кресло, плитка, ну все красиво как бы сделано. Нормально для людей. Но цена получается вот такая вот дорогая. Здесь у нас кухня угловая идет. Угловая кухня, там стоит холодильник. По кухне, в принципе, заказчик
все вроде нормально, грамотно сделал, но единственная микроволновка высоко расположена. Это минус. И также для кухни, торец кухни не должен быть виден, ну, в идеале. Тут надо нарастить было стену, чтобы кухня, вообще кухня должна начинаться со стены и приходить в стену. Здесь заказчик не захотел стену продолжать. Ну, вот такие вот косяки, как бы я для идеального ремонта вижу. Потолки стандартной высоты. Вот, дверь, получается, открывается, куда надо. Тут надо нарастить было стену. Микроволновка высоко. А так по планировке, как бы, делает он нормально. А, единственное, еще будет неправильный момент, смотрите. Когда вот здесь вот будет стена, да? Вот так, хоп-хоп. Здесь вход. Здесь стоит кровать. По идее, вход на балкон должен быть вот здесь. Потому что ты должен, вот, не обходя. Вот это тоже неправильно. Ну, а это дорого, сами понимаете, вот это. Дверь переносить сюда. То есть, вот там человек лежит, у него узкий проходик. И дверь даже будет чуть-чуть в кровать открываться. Будет небольшая спальня, две тумбы. Вот, получается, вот тут вот еще. Ну, это косяк от застройщика, оставить и забить. Потом момент, это стена монолит. В монолите нам сверлить ничего нельзя. Поэтому розетки у человека, который с этой стороны лежит, да, у него на той стене достаточно далеко. Кто лежит здесь, у него возле кровати. Еще заказчик не хотел делать бра. Тоже я бы поставил две вражки с каждым, чтобы был выключатель. Тоже почему-то решил не делать. Вот такие моменты. Так, по поводу подсветки кухни, я не знаю, заказчик решил делать или нет. Что-то я это не помню, но подсветку кухни тоже надо делать. Вообще, в идеале, как бы, я бы объединил этот балкон со спальней. Будет намного больше площади, там, конечно, нужны денежки его утеплить, да? Но зато площадь увеличится очень хорошо. Вот это вот снести, вот это все убрать, поставить портал и туда продолжение спальни. А там, например, компьютерный стол какой-то поставить, потому что заказчик компьютерный стол ставит вот сюда. И, а это вообще выход с коридора. То есть ты как будто бы сидишь в коридоре как-то. Ну, тут такие решения, как бы все индивидуально, на вкус и цвет. Ну, вот такие вот мои рекомендации. Плюс вот эти вот стенки монолитные, их трогать нельзя, ничего в них сверлить нельзя. Они тоже небольшую такую суету вводят. И еще мне не нравится радиатор. То есть пол увеличится на 10 сантиметров, и радиатор как бы возле окна, не знаю, глазам сделать. Его бы либо в полу сделать, да, либо вот тут по краям разделить на две секции, или одну вот сюда поставить. Не знаю, мне вот этот раздражает. Хочется вот, чтобы к окну впритык подходить, вот здесь вот плинтус шел. И красота. Вот здесь будет диван, здесь холодос, ну, угловая кухня, вытяжка. Ну, вот такая вот квартирка. Не знаю, по цене судить вам, дорого или нет, но вот 4 200 000, 52 квадрата, центр города, провинция. Дом такой, типа, премиум-класса. Ну, у него нет дворовой территории, он такой, знаете, втыкнут. Вот вы посмотрите, тут деревянные дома, но их в скором времени снесут, здесь будет дорога и еще один ЖК. Там будет ЖК Токио еще один, здесь дорогу уберут. Ну, это я уже вам сведения говорю от застройщика, потому что я знаю эту информацию. Вот, а так, дом не для семьи, так сказать, с детьми, там гулять, во дворе. Это дом, знаете, вот ты такой, приехал с работы, вообще холостяцкий я бы его назвал. Машину в паркинг кинул, все, к себе поднялся и красота. А с семьей тут не погулять нигде, ничего нет. Надо уходить, ну, я имею в виду, в дворовой территории. Парковки вообще нет нормальной. Только где-то там вдалеке ставить, если у тебя нет денег на подземный паркинг. Но там мало машин ставится. Всем жильцам не хватит. Ладненько, все, буду дальше работать. Такие вот дела. Работаю здесь я уже второй день. Вчера и вот сегодня. Ну все, друзья, вот такой вот был краткий обзор сегодняшнего влога. Получается, вот работаю на этом объекте. Такие цены. Вот такие вот делишки. Так что всем продуктивного дня.
Работа, видите, пыльная, веселая, интересная. Ничего не понимаю, но делать очень интересно. Всем пока!